начала лета 2018 года из-за невыполнения своих обязательств закрылись уже 7 турфирм. Сколько при этом пострадало людей, чьи путевки были аннулированы, и тех, кто в это время оказался за границей, не сосчитать. Страховые компании не спешат компенсировать убытки. Отели выселяют туристов. Долгожданный отпуск оборачивается финансовыми потерями, потраченными нервами и зачастую полной растерянностью. Люди, оказавшиеся в другой стране без поддержки туроператора, просто не знают, что им делать дальше. Если в это время вы находились уже на отдыхе и вы вылетели, то есть у нас есть ассоциация туристической помощи, которая будет вывозить. То есть сколько вы успели отдохнуть, не успели вы отдохнуть, но вывести она обязана, потому что любой туроператор делает отчисления в эту ассоциацию. Если частично проплачен тур, то есть тут принимает турист решение сам. Либо он доплачивает эту сумму и отдыхает, и потом пытается эту сумму вернуть со страховой. Но, как по практике скажу, страховые очень плохо и очень... Как правило, вслед за туроператором банкротится страховая компания. Поэтому, по факту, закон есть, но он не работает. В последние годы все больше турфирм становятся банкротами, причем чаще всего в летний сезон, оставляя тысячи людей на произвол судьбы. Сколько времени оператор находится на туристическом рынке, безусловно, один из главных критериев его надежности. Но после кризиса 2014 года даже у старожилов начались проблемы. Две из таких турфирм приостановили свою деятельность в этом году. Число стран, в которые компания отправляет туристов, также показатель стабильности ее работы, как, впрочем, и наличие своих представительств за рубежом. А чем больше задействовано авиаперевозчиков или имеет за собственные чартерные рейсы, тем выгоднее стоимость туров и регулярнее вылеты. Но даже если вы уверены в той или иной компании, никогда не подписывайте договор с турагентством, которое становится посредником между вами и туроператором, не прочитав каждый его пункт, включая самый мелкий шрифт. Что в договоре прописывает? То есть должен быть прописан туроператор. Туроператор что должны быть? Финансовые гарантии. Туроператор должен состоять в реестре туроператора, он должен отчислять суммы в ассоциацию туристической помощи. Хорошее турагентство не меньше вас заинтересовано в том, чтобы ваш отпуск прошел идеально. Они отслеживают информацию о туроператорах и готовы ответить на все вопросы. Но не лишним будет и самому изучить отзывы в интернете и узнать рейтинг надежности той или иной турфирмы.